Незакрепленные качели, шатающиеся турники и площадка для выгула собак вместо детской. Сотрудники госжилинспекции вышли в рейд по омским дворам. В этот раз проверяли детские площадки в Советском округе. За содержание территории отвечают управляющие компании и мэрия Омска. Так, на муниципальной земле вместо футбольного поля оказалась территория для выгула собак, а также несколько объектов, небезопасных для детей. Футбольное поле заросло травой. Используется, как мы видим, по состоянию площадки для выгула собак и распития спиртных напитков. Турники, как мы сами видели, да, они расшатаны, они не закреплены. Их надо очень срочным образом укреплять для того, чтобы не допустить травмы. В других дворах, принадлежащих собственникам многоквартирных домов, тоже есть немало опасных объектов. Дети могут получить травмы в песочницах, разрушаются и бетонные крыши навесов. Многие площадки не ремонтировались уже почти полвека. Не спешат и демонтировать опасные элементы. Впрочем, такие дворы могут быть приведены в порядок за счет федеральных средств. С 2017 года запущен на территории города Омска проект формирования комфортной городской среды. Но для этого требуется софинансирование жителей не менее 5% от стоимости работ. К примеру, если брать там 100 тысяч рублей, такая хорошая полноценная детская площадка, то, соответственно, жителям нужно в пределах 5 тысяч рублей минимально собрать с дома и поучаствовать вот в этой программе.